вот Tesla Online Дубая. Сегодня получили два новых икса. Корпуску их помыли. В Дубае невозможно ездить без номеров. У них, если ты двигаешься без номеров, машина не стоит на учете. Соответственно, конфискуют автомобиль. Поэтому, чтобы привезти машину на мойку, в общем, грузим их на эвакуатор. Есть у нас тут еще один заряженный Y Performance наличный, если кого-то интересует. Синий красавчик на черном. Вот так вот. И покажу вам этого икса. Это, кстати, самый первый икс в Эмиратах. Еще этих машин здесь нету. Нажимаем, дверь автоматически открывается. Он у нас на бежевом салоне. Завтра снимем хороший обзор на этот автомобиль. Сегодня пока так. Потом нажали. И дверька закрылась. И вторая машинка у нас это синий икс. Джентльмен загружает автомобиль, но его с этой стороны вам покажу. Это синий икс, он у нас на черном салоне. Вот такой красавчик. Черный, конечно, очень красиво смотрится. Хотя мне больше белый нравится. Ну что, вот два красавчика готовы. Три машины в наличии. На следующей неделе к нам приходят два Model X Plate. Поэтому, если кому-то нравится Tesla, кто-то любит эту модель, а я думаю, его любят все, потому что это один из самых технологичных автомобилей, пишите, звоните, будем рады устроить тест-драйв и познакомить вас с Tesla. Хорошего вечера.